Сегодня мы приготовим омолаживающую маску, которая великолепно подтягивает кожу лица, витаминизирует ее, выравнивает рельеф и тон кожи, борется с морщинами. Для маски нам понадобится корица в порошке, мед и касторовое масло. К одной чайной ложке жидкого меда, если ваш мед засахарился, немного подогрейте его на водяной бане. Мы добавляем половину чайной ложки порошка корицы и половину чайной ложки касторового масла. Все тщательно перемешиваем. Наносим получившуюся смесь на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия от 15 до 30 минут. Затем смываем теплой водой и наносим свой обычный вечерний ухаживающий крем. Как всегда напомню, что перед первым применением смеси нам необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а при выходе на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Проводить такие процедуры 1-2 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. И обязательно напишите в комментариях, как вам эффект. Мне очень важно знать ваше мнение.